Нет смысла кормить олигархический этот строй, понимаете? Потому что это шкуродерство. 10% это самая оптимальная ставка на то, что просто может авто. Ребята, за деревянкой. Вся страна, которая объединилась единым требованием. 10% растаможенных автомобилей. Мы эти законы должны иметь в стране. Если эта власть нас переслушает сейчас, ничего страшного, мы всех их можем поменять и через неделю, практически в это воскресенье начиная, и осенью этого года точно так же. Д. Р. Ян.